прозрачно белесое. Во-во. Практически не видное. Спроси, нахрена он все это сделал? Уничтожил второй торт, третий. Вирусы создавал. По голове как мурашки внутри бегают. Не знаю, как это описать. Внутри мурашки. Он пытается сопротивляться. Скажи, что он... Покажи ему алмаз и скажи, что его плотность по сравнению с алмазом, пусть он сам ответит, какая. Бред, наверное, ну говорит на 17. У него 18. А откуда у него такая плотность-то? Может, вперед? Может, проверю я сейчас. А у меня сколько, пусть ответит. Не доделано ей еще 13, говорит. Хорошо. Может быть, проверим недоделанные 13 с полновесными 18, как будут взаимодействовать. Хочет? Вот поэтому ее уничтожить раз нужно. Нас это кого и почему? Говорит всех человекоподобных. Абсолютно всех. Зачем? Творит такой зараз не должно быть, говорит. Говорит, что генетика паршивая. Заложена куча агрессии. Во всех мирах человекоподобные страдают одним и тем же. Только завоевывают, растут, размножаются и все портят. Я так не думаю. А медузы как? А медузы контролируют все. Чистый разум без тела. Без того, что мы называем. Что вызывает желание, утехи. Возможности, нужду. Не все понимаю, какие-то отдельные слова просто выхватываю. Когда все это началось и зачем он это начал? Пусть параллельно синий считывает с него все. Второй тур был безупречен, без границы свободной. Да. Сознаний было мало, человеков было мало, жизни было мало. Она не была разделена на уровни и на сектора. И он свободно путешествовал во всех измерениях и подобные ему. Свободно путешествовали. Я сейчас вижу вот эти деревья, на которых сейчас наши кто-то спят. И он просто плавает между этими деревьями. Просто большой разум, который контролирует все. Его не ограничивал никто. Вверх, вниз. Между деревьями. И зачем он решил убивать-то всех? Уничтожить второй тур. Он не хотел уничтожать второй тур. Второй тур был безупречен. Он хотел только тебя уничтожить и того другого. А зачем он хотел нас уничтожить?
Он мог сам всеми процессами управлять. Без вас. Вы изначально вели к разрушению Тора. Что он не сделал другой тур свой? Говорит, ты что, не слышишь? Тот был безупречен. Зачем делать другой, когда тот был А сделан? логики не понимаю. Если был я и был плохой, но был в Торе, а Тор был безупречен, но Тор-то был уже со мной, соответственно, он был не был безупречен, верно? Тогда еще ты был целым. Тебя нужно было исключить. Половина тебя боролась бы с другой половиной. Вы должны были при одинаковых началах просто уничтожить друг друга и все. Что и произошло. Нет, так не произошло. Ты почему-то выжил. Вы должны были оба погибнуть. И второй тур остался бы таким же, как он был. Почему он так думает? Это было понятно. Почему второй Тор изменился, взорвался, даже если почти оба мы погибли? Он говорит, что это из-за тебя. То есть что значит из-за меня? Из-за того, что я выжил, значит и Тор выжил бы. Говорит, что ты разрушил второй тур. Каким образом? Я был еле жив, пусть он посмотрит. Сколько процентов жизни во мне оставалось, пусть скажет. Говорит, 13. Еще говорит, что должно было быть меньше. Оно и было меньше, пусть посмотрит. Самый минимум процентов, сколько во мне Два. оставалось? 2. Соответственно, как я мог в 2%-то разрушить торт? Что-то врет или сам не понимает? Нет, не знаю. Говорит, что ты должен был в 2 и остановиться на 0. А ты из 2 перешел в 13 и смог разрушить. Он говорит, что ты разрушил где? Вот сам взял и разрушил, да? Да. Из-за тебя он разорвался. Или он все-таки разорвался, потому что одна из половинок, одно из начал, один из конов разрушения исчез, а я как кон созидания победил его. И сам стал разрушением. А вот пусть он посмотрит, они придумывают. Но он так и говорит, что если бы погибли оба, Тор бы остался. Тора бы А не так было как... вообще. А вот сейчас я, пусть он пересчитает. Поскольку я выжил, Тор возродился вновь. Да. Поэтому нужно обратно убрать. Уничтожить весь Тор, да? Ему мало было 2 раз. Первый раз, почему Тор изменился? Первый просчет был неправильный. Второй раз он тоже решил уничтожить меня в двух ипостасях уже. Короче, Леон тебя обвиняет в том, что ты выжил. Да. Если бы ты умер, все бы было классно. Да, его бы не было, ничего бы не было, Тора бы не было. Говорит, пересчитай. Пересчитал. Тора бы не было. В первый раз. Он-то вообще для чего был нужен? Во втором Торе пусть расскажет. Баланс. Баланс чего? Твора.
А почему баланса нас двоих не хватало? С одной спиной на двоих. Говорит, что в этом и проблема, что должен был быть третий. Потому что у вас была система какая-то. Но до этого было вообще один, и все было хорошо, или ему тоже не нравилось в первом то и что-то? Мне нравилось. А зачем он первый тор решил разрушить? Потому что неважно, на каком уровне вы присутствовали, но вы присутствовали. Сверху, снизу, внутри, но вы присутствовали. Так мы в любом торе будем присутствовать, пусть посмотрит. Если уничтожить, он станет Тором. Ну вот он может и стать Тором сейчас. Я предлагаю ему выйти и сделать свой Тор. По-моему, он этого не хочет. А что он хочет, спроси. В отличие от него я общаюсь, причем честно и открыто. Это ему тоже не нравится? Не знаю, что изначально было все не так. Изначально я прошит в начальном коде, в исходном. Сколько раз не будет перезагружаться Тор, я буду в любом виде. А он когда появился? На каком этапе он появился? Говорит, на начальном. Спроси у синего, что это такое вообще, зачем он был в первом Торе? Какова его функция? В первом он был наблюдателем. Глаз Бога во втором. Держателем или балансом. А функция какая? Арбитраж. Отлично. А почему не сам творец? Не говорить. Понятно. В нем есть вирус? В этом сознании? Да. Медузки. Он говорит, что исправить божественное начало это не вирус. А трансформации. Отлично. Я полностью ему в этом помогаю. Программиста ему кидай, пусть с ним сольется. Два программиста в едином целом.
Мне его как-то закуплю, друзья. Угу. Ну, теперь давай его сюда. Поскольку трансформация, теперь я отвечаю за задание. Это моя функция, мы сливаемся. Говорят, есть такой укол хлористый кальций, который вот прям бодрячок дает. Это был какой-то вот штырь. Красота. А мне все равно, как ты выглядишь, ты все равно мой бог. Тоже ищу пальцем. Ну что, сейчас со щупальцами? Спроси у синего, где он? Сейчас это сознание медуза. Снаружи тебя. Тебе его втянуть надо. Получилось, что ты внутри него. Поглощай его полностью. Синий говорит. Угу. Столько соплей для меня много. Даже для меня много. Сейчас. В масонах его сознание до хера. Вот откуда это у них сила. Вот откуда проникновение в мозги. Вот откуда, ну, много. Даже не тварь, даже не черно-белый, там много уровней. Пару хвостиков так уже получишь. Спроси у синего плотность у него какая была на самом деле. 15. Откуда плотность 15? Он исправил код. А у меня тогда сейчас какая, если я его съел? Когда переваришь, у тебя будет 15. Где-то сейчас эхо его сознания остались у других вселенных, в тех двухстах. Они схлопываются. Теперь уже по твоей воле. Блин, аж уши закладывает. Много энергии идет. Информации. Волна идет такая, прям режет. Пусть синий скажет, в скольких вселенных было его сознание. Четырнадцать миллионов. Шо? Реально?
Сколько из них было оцифровано? Одиннадцать. Остальные процесс оцифровки в скольки начался? Больше 2/3. Остается-то всего лишь пара миллионов. Один даже. 1 миллион, где еще не оцифрован, но он уже был. Отлично. Вот откуда эти семечки. И семечки те, и технологии те, как корневая система срезала. И вирус откуда выяснилось. Вот кто первый сбрендил арбитраж, а не созидание и разрушение. Троица. Во втором был арбитраж. Да. А потом был глаз Бога, который просто взял все функции на себя и начал искажать информацию от имени Кона, начал менять все. Козел. Нет, пан ни при чем. Сразу, а? Надеюсь, что это конец. Шеститысячелетней эпопеи в этом торе.